Кем? Так, отлично, вижу связь. Ну что, друзья, сегодня у нас с вами необычное обучение. Сегодня на нашем обучении присутствует гость. Это Дмитрий Носков. Это молодой парень, профессиональный спортсмен. И в то же время очень-очень успешный бизнесмен, да, человек, который всего за 3 месяца в нашем проекте вышел на доход от 30 тысяч, да, и сейчас несколько его партнеров также подтягиваются к данному уровню дохода. Поэтому сейчас буквально через минуту я передам конкретные рекомендации, что и как, в каком количестве нужно делать, да, чтобы достигать таких результатов. Давайте мы единственное с вами как договоримся, что все вопросы к Дмитрию мы ему, соответственно, зададим в конце, да, после его выступления, чтобы его не отвлекать. Кто меня услышал, что все вопросы мы готовим и задаем в конце, ставим циферку 1. Все ли меня услышали? Поставьте циферку 1, что вопросы мы готовим и задаем с вами в конце, после выступления Дмитрия. Ну что? Раз все меня услышали, тогда я с большим удовольствием и радостью передаю слово Дмитрию. Ну а вы встречаете его в чате бурными аплодисментами. Ну что? Всем добрый вечер. Как меня слышно? Как видно, слышно хорошо. Супер. Мне очень вообще приятно выступать перед вами сегодня. Хочу поделиться сегодня личным опытом, как я вышел за 3 месяца на доход 22%. Это старший менеджер. Начнем. В Oriflame пришел не с первого раза. Пришел в Oriflame с 3-го раза, так как я ходил с каталогами в 9 лет и имел карманные деньги. У меня мама пришла в Oriflame лет назад и все никак не мог присоединиться вообще к ней. Но как она начала отдыхать в других странах за счет компании, летать куда-то, быть всегда на позитиве именно вот с этой компанией, которую она и сейчас. Сподвигла на рост, это только программа удвоения. Я видел, что вы тоже в программе удвоения все. И вот именно она меня сподвигла. Это четкая и понятная схема, четкие понятные действия и вообще ничего лишнего. И вообще, как можно выйти на доход до 38 тысяч рублей? Там 3-2 месяца, это очень быстро. Это люди работают на работах 15, а ты получаешь 15 тысяч рублей. Нет, у меня и мама, и папа – это бизнесмены. Я не представляю вообще работать на кого-то вообще когда-либо. Не люблю, чтобы в ноль кто-то командовал вообще. Вообще не вижу. Хорошо. Как мы работаем? Это 50% у нас идет работы через интернет, а именно соцсети. Это программа ВКонтакте и Инстаграм. И 50% мы делаем через живые встречи. Это офис, это встречи у кого-то дома в гостях. И огромный приток вот именно идет через интернет. Это очень такая схема. Понятно, если научиться работать в интернете, очень большой поток будет. Даже будет 100 человек в каталог, 200, 300, 400. В Чебоксарах мне очень нравится, там тысячами идут просто в каталог регистрации. На такую же схему выходить, когда 1000 регистраций, 1500 в каталог, это нормально еще. И как они делают, и как это делаю именно я? Мы размещаем объявления в группах, пишем личному каждому человеку, даже если его не знаем. Мы пишем, интересует ли его доход вообще, если парень или девушка 14 лет, мы пишем,
дополнительный доход интересует, а там уже дальше переходим именно к действиям. Если у нас, просто у меня нету таких именно шаблонов каких-то, я работаю всегда по каким-то действиям. И да, мне 17 лет, я из города Кирова, если кто-то не знает. Продолжаем. Вот именно каких-то четких действий нету. Точнее, шаблонов. 14-летним пишем по одному, 20-летним пишем по другому, 30-летним вообще по-особенному. И интересует ли доход? Вообще каждому пишем, если даже человек не знаем. И потом, когда если ему интересует, мы не паримся с ним, мы просто делаем рекрутинг легко и просто. Много и просто. И когда, если соглашается, то выходим уже через личные встречи, это в офис или куда-то на чай, как всегда. Вот как мы работаем, какая у нас система? Именно определенной системы работы у нас такого нету, но мы вырабатываем. Вот люди работают 5 лет, 7 лет, 10 лет, тогда уже... схему не какая-то определенная есть. Система, точнее, не схема. Команда, у вас будет товарооборот. Если будет товарооборот, будет и доход. И всем свою личную систему нужно выработать. Какая у нас именно система? У нас есть система презентации, у нас есть система обучения. Обучение лично у нас проходит в офисе 2 раза в неделю, презентация проходит 5 раз в неделю. Вы считаете, у нас каждый раз. Каждый день, точнее, у нас встречи. Когда у нас, мы только начинали, у нас был вообще огромный приток людей, потому что работали через интернет. И меня блокировали 3 раза, 4 страницы блокировали. Я все равно создавал новые страницы, все равно писал людям, вот что там, какие преграды вообще. Угу, это понятно, да? Хорошо слышно, мало ли, пропал контакт, нет? Дайте обратную связь, пожалуйста. Через интернет, как сопровождать вообще через интернет? Смотрите, опять же, только система. Если работаем через интернет, связываться или каждый день, или хотя бы через день с этим человеком по скайпу. Узнавать, как у него прошел день, как встречи этого человека сразу же. Вот лично я пытаюсь сделать лидером. И чтобы он сразу работал, сразу узнавал, я ему даю примерно такой срок, 3-4 дня, чтобы он изучил все плотно, вообще интернет. И огромное количество просто... Конечно, сейчас сделать золотого директора к марту 2016 года и получить уже... Вот сейчас я прохожу квалификацию в банкет директоров в Москве. Очень хочется побывать. Вот недавно приехали из Казани. Абсолютно вот вчера ночью приехали. Столько эмоций было. Я вот вообще всем пожелаю, чтобы там быть, хотя бы на менеджерской встрече. Уже на директорской потом банкет. Банкет директорский, вот так вот. Это просто такие эмоции, и это нужно заслужить. Это нужно, правда, поработать. Мы вас не зовем на легкую работу. Мы уже зовем четко, чтобы работать очень плотно. Первое время нужно очень потрудиться, очень-очень сильно, чтобы потом и отдыхать, и получать хороший доход. Вот сделать золото в марте, и уже от этого уже отталкивать дальше. Исполнительно, бриллиантово и так далее. А сейчас пока реальный план – это золото, как сделать к марту. Какие пока что вопросы? Мне четкие просто вопросы нужны. Смотрите, как можно оформлять свою именно страницу в соцсетях. И очень большая преграда стоит, это правда, это оформление личной страницы. Даже многие, когда оформляют, они делают это неправильно. Вот смотрите, быстро пробежимся, как нужно оформлять. Вот да, подбор персонала.
Сейчас веду это три партнера. Сейчас один партнер очень плотный. Хорошо. Давайте отвечу пока что на вопрос, а потом покажу, как надо оформлять страницы. Так, сколько ведешь сейчас партнеры? На данный момент ведут три партнера, и один уже стал самостоятельным, почти вышел на 22%. Вот, думаю, в следующем каталоге уже вот-вот делать 22%. Я не рекомендую вам брать больше 2, 3, 4 партнеров максимум. Ну, кто может уже, кто более опытный, это максимум 5 партнеров. Так, дальше. Через Инстаграм как работаете? Смотрите, вот мы выкладываем фотки в Инстаграм, и там есть определенное... Сейчас, секундочку, найду на слайдах. Так. Вот. Вот это Инстаграм. Если мы нажимаем «Привязать ВКонтакт», Фейсбук и Твиттер. Ну, если кто умеет работать через Фейсбук, это круто. Это очень много предпринимателей делают просто звание. Ну, даже не в Oriflame, они делают все деньги через Фейсбук. Так что я советую просто изучить вам эту соцсеть. Так, продолжим с Инстаграмом. У нас тут видно то, что мы можем привязать страницу ВКонтакте, привязать страницу в Фейсбуке и Твиттере. И там еще соцсети есть. Мы просто пишем текст, который нас интересует, и фотку мы можем выложить. Вот, дорогие друзья, каждый день вижу в ленте новостей и соцсетях, что вы ищете работу в интернете. Просто выставляем текст, привязываем страницу, у нас автоматически сразу ставится к нам страницу ВКонтакте, в Фейсбуке и в Твиттере, и, конечно же, в Инстаграме. И пишем свой личный IP ВКонтакте. И нам уже люди сами описывают, что за доход, что в Инстаграм выложил и так далее. Тогда мы уже начинаем работать с ними. И дальше я уже вам сказал, как с ними работать. Так, сколько страниц ВКонтакте и сколько аккаунтов в Инстаграме? В Инстаграме на данный момент пока что один, потому что очень много подписчиков в Инстаграме. Ну, там около 1000 подписчиков. Ой, подписчиков, извиняюсь. Сколько страниц ВКонтакте? На данный момент пока что 3 страницы ВКонтакте. Одна из них заблокирована, одна очень активна, это которая у меня основная. И, конечно же, есть еще одна страница. Если что произойдет с моей основной страницей, или заблокируют, или забуду пароль, например, ну, такое мало бывает, тогда уже перехожу к другой странице, где начинает также активно работать. Еще маленький такой секрет. Накрутите себе друзей ВКонтакте. Представьте, к вам человек заходит в ВКонтакте и видит у вас, например, 3 друга и 2 группы, которые добавлены. И вы ему пишете о работе, если страница там даже не раскручена. Я вам предлагаю просто такой маленький секрет. Накрутите друзей, есть определенные группы ВКонтакте. Вы заходите в ВКонтакт, ищете группы и вводите «добавить друзей». И там уже пишете «добавлю всех», и у вас просто люди сами добавляются, и у вас растет таким образом численность людей. Когда вы пишете все в странице объявление какое-то, у вас эти люди все видят и сами уже отписываете, что за доход, что за проект, если кто-то в каком-то проекте. Что... ...поение. И вы просто уже начинаете работать с ним лично, через Skype, через ВКонтакт, через какой-то... программу. Угу. Есть ли еще вопросы? Хорошо. На данный момент сейчас покажу, как оформлять в удвоении. Хорошо. Кстати, очень хороший вопрос, потому что сейчас объясню, почему. 300 человек примерно у меня в команде. И не все... Не всем могут работать по удвоению. Кто-то там жалуется, что не может делать 150. Ну, примерно 25 – это все, которое делает точно 2 действия. Страницу в
ВКонтакте. Вы можете посмотреть даже, как оформляется, что выкладывается. И так, хорошо, возраст людей у тебя в команде. Вот на данный момент я очень горжусь своей командой, потому что у меня команды не больше 20 лет. У меня 14, 17, 16, 18, 19. Ну, может, есть пару человек 20 лет. И мы даже людям говорим то, что вот у нас, присоединяйся к нам, потому что у нас молодая и очень перспективная команда. Угу. Сейчас, секундочку. У нас, да, вот 20 лет. Это... У нас больше нету там ни 30, ни 40, ни 50. Это можно объяснить, может быть, потому что молодежь, которая сейчас, вот 16, 17, 18, 19, она не думает, мы почти не думаем, то, что какие, а что про нас подумают, а что вы там скажут, а может нам это. Нет, у нас этого нет, мы просто нам сказали цель, нам просто надо делать. Если нас тут сказали, нам это неинтересно, мы не переживаем, мы ничего не доказываем человеку. Мы просто переходим на следующего человека. Рекрутинг должен быть легкий и массовый. Просто запишите даже себе это. Рекрутинг должен быть легкий и массовый. Хорошо. Как обучаешь первому действию 150 баллов? Мы просто говорим то, что это условия компании. Если мы делаем это... Условия компании нам выплачивают все... бонусы, все премии. Если мы это не делаем, нам просто предоставляется скидка 20%. Если у человека уже есть какая-то определенная, были все бонусы, то нужно делать 150 баллов и рассказывать преимущества именно 150 баллов. Угу. Как выводите людей на первый заказ? Вот с этим вообще проблем нету. Мы просто говорим, нужно активировать личный кабинет первым балловым заказом. Ну, на любую сделать сумму. И уже человеку приходят каталоги, ну, инструменты для работы, это каталоги, журналы и так далее, с которым он уже делает 150 баллов. И мы говорим, если вот сколько надо денег, например, 20 тысяч, а в конце говорим, ты поверишь ли то, что вообще заработаешь 120? Он такой, ну, не знаю. Хорошо, давай ты делаешь плиты, если тебе выплатит компания первую зарплату 1000 рублей, если ты сделаешь 150 баллов. Поверю. А если тебе выплатят 1000, ты поверишь, что тебе выплатят 5? Поверю. Хорошо. А если 5 выплатят? Поверишь, что 10? И так далее. И это только нужно начать 150 баллов. И человек уже увидит первый результат. Он уже увидит первую зарплату 1000 рублей. За первый, например, за первый каталог. Хорошо. Как вы вводите людей на первый заказ? Мы просто говорим, то, что нужно активировать. Это как сим-карта. Если не активируем через какое-то время, у нас кабинет удалится. Мы говорим человеку то же самое. Если мы не активируем лично свой кабинет, он через какое-то время удалится, даже если он не удалится. Так, обязательно делать в каждом каталоге 150 баллов. Хорошо, вот на этот вопрос, вот лично я говорю, то, что это не обязательно. Это обязательно, ну, точнее, по желанию. Если мы хотим в этом бизнесе успеть, если хотим быстрых результатов, если хотим быстрого, хорошего роста, быстрой, хорошей зарплаты, нам нужно научиться делать 150 баллов. Неважно, какой у нас будет доход. Или у нас будет доход 1000 на 3%, на зарплату будет 1000 рублей. Или у нас будет зарплата 15 тысяч, нам нужно научиться делать 150 баллов. Если у нас доход будет 30 тысяч рублей, нам нужно научиться 150 баллов. Или у нас доход будет 200 тысяч рублей. У нас нужно научиться 150 баллов. Тут вот именно эта система, это нужно научиться делать одно и то же. Одно и то же сопровождение, одно и то же, одни и те же действия. Если мы что-то начинаем менять, у нас или начинаем много думать, много себе накручивать, то мы, у нас просто останавливается. Вот именно, не нужно ничего менять. Выработайте свою систему. Систему. И у нас тогда не будет проблем ни с чем, ни с ростом, ни с людьми, ни со 150 баллов. Это понятно, да? Так, как давно в Oriflame удвоение? Я в компании Oriflame 3 месяца.
за 3 месяца вышел на доход более 35 тысяч рублей. Это звание 22% у нас в компании. Так, в удвоении я всего 2 месяца. Как начала только программа удвоения действовать, она действует всего 2 месяца, сразу же мы всех людей, просто, которые были из структуры, там было около примерно 50-70 людей, мы сразу попытались всех на удвоение. Кто-то согласился, кто-то отказался. И сейчас люди, которые отказались в то время, когда мы только пришли, они сами уже сейчас присоединяются, потому что видят, какие результаты на страницах. И опять же, страница – это ВКонтакте, и она должна живая быть. Ну, это тому, что я говорил еще. Так, хорошо. После презентации, как работать с людьми, что им сказать? Это опять же система. Я не могу вот на этот вопрос ответить. Нужно время. У нас так определенно времени много нету. Это уже можете написать мне в личное сообщение, скинул страницу. Тогда я вам дам определенные четкие действия. Так, хорошо. Сколько человек в команде? В нашей команде сейчас примерно 300-350 человек. Из них активные человек 250, наверное. И вот эти люди, которые 70 человек, сколько, 80, они начинают уже сами хотят, сами видят результат. Мы им все равно пишем, если они даже потухли. Да, вот у нас там, например, вот сегодня конференция прошла. У нас там будет скоро обучение для новичков, не желаешь ли опять посетить. И человек уже начинает сам идти на контакт. Так, что тебя привлекает в бизнесе и что привлекает твоих молодых партнеров? Угу. Вот много людей не работают еще на найм. Я им сразу говорю, если вы будете сотрудничать с нами, с компанией, во-первых, у вас не будет вот определенного начальника, у вас просто будет друг или просто собеседник, который будет вас сопровождать, помогать, советовать всегда. Второе, у вас нет определенного времени, графика работы. Свободное время. Если мы хотим быстро выйти на доходы, мы работаем много и активно. Если, конечно, мы хотим по обычному выйти за полгода, за год, на звание 22, на директор, мы выделяем час, два, может, в неделю, может, в день. Кто хочет. И третье, тут нету потолка вообще по зарплате. Вообще нету. И даже когда мы приходили открывать индивидуального предпринимателя, нам девушка, она просто, у нее были такие глаза, когда мы сказали, что тут у нас нету потолка по зарплате. Она говорит, вам сколько тариф? 140 тысяч снимать или 250? Мы говорим, а нам можно ли побольше? Она говорит, она просто вообще покраснела, правда. Вообще круто. У него, правда, это было первое в истории. Такие молодые люди, сколько вам лет? Мы такие, 17. И она просто вся покраснела, засмущалась, засмеялась. Она просто потерялась, даже что не знает, что с нами делать. И мне вот это привело, что нету потолка по зарплате. Угу, дальше. Так, можно ли попасть тебе в команду? У вас, конечно, у каждого есть свой спонсор. На этом вебинаре мне просто хочется поделиться с вами, чтобы у нас была такая сплоченная команда. И в любой момент мог обратиться вы ко мне с советом, и я к вам мог обратиться. Потому что вот именно еще один из плюсов проекта или даже компании Reflame, что тут никто не скрывает своего какого-то ингредиента, секрета. Мы все делимся своим советом, если даже мы успешны или неуспешны, мы спрашиваем у людей, которых тут получилось уже. А подойдите, попробуйте к какому-нибудь директору Магнита, не знаю, AliExpress, интернет-магазин тоже. Как у вас получилось открыть, как у вас получилось так, сделать такую сеть? Они, конечно, вас или пошлют, или делают что-то с вами, но точно не скажут, как они это сделали. А тут вообще все наоборот. Мы наоборот рады, если будет нас хвататься в России, много станет пока что директоров. Так, угу, хорошо, еще вопросы. Так, работаешь с объявлениями. И хорошо. Мы работаем через ВКонтакте. Мы сейчас еще, я говорил,
Мы просто ищем группу ВКонтакте, пишем группы Киров, работа, например. Ну, я из Кирова, мы не ищем каких-то других городах, потому что работать в других городах по соцсети это очень сложно. Мы пытаемся работать только в нашем городе. У нас 10% всего людей зарегистрированы в компании. Это просто зарегистрированность. А непонятно, кто из них зарабатывает, кто нет. Мы заходим в группу «Работа Киров», открытую страницу, пишем там объявление, там требуются на работу такие-то активные молодые люди. Нету потолка по зарплате, нету графика работы, работам сколько хотим и так далее. Мы просто пишем, перебираем какие-то определенные объявления и уже смотрим из них, работает это объявление или не работает. Так, хорошо. Сколько в день проходит презентации? У нас презентация проходит одна. Одна презентация в день у нас проходит, каждый день. У нас вот обучение четверг, суббота, а в другие дни у нас просто презентация. Если надо, у нас кто-то лидер или просит какую-то еще одну презентацию плюсом, мы, конечно же, остаемся и ночью бывает работаем. Бывает заканчивает презентацию у нас в 12 ночи. Бывает начинается в 8 утра. Если, конечно же, не учеба. Так, сколько времени уделяешь рекрутированию и сколько личностному обучению? Обучаемся мы до сих пор. Мы везде ездим, в Чебоксары на обучение, в Казань на обучение. Мы всегда обучаемся. Как если мы хотим больших результатов, мы хотим думать уже на эти результаты, будем думать на эти результаты. А чтобы думать, нужно всегда обучаться. И если, например, мы выжили на 22, это не знак, то, что нам не надо больше обучаться. Нужно всегда обучаться, читать, смотреть, ходить на презентации. Всегда просто это делать. Ходить на презентации не для того, чтобы услышать какую-то определенную, например, еще то же самое услышать. Нет, мы ходим на презентацию, чтобы какую-то услышать новую фишечку, новое какое-то предложение. Вот ради этого предложения, может, пришли на это обучение, на презентацию. Хотя мы знаем уже, что тут делать и как это делать. Все ходим всегда. Да, правильно. Богатые всегда обучаются, бедные говорят, что все знают. Да, это так и есть, Сергей. Хорошо. Сколько спишь, ну или работаешь? Это очень интересный вопрос, так как я действующий спортсмен, действующий тренер, еще и студент колледжа. Времени у меня днем почти что нету практически. И у меня приходится работать только ночью. Это вот садимся, например, в 9 закончилась презентация, в 9 закончилась тренировка, и уже в 9.30 мы... Да, еще и учусь на права. Вот Носкова Наталья пишет, это мама. И времени днем, как определенно, нету. Работаем с 9.30, например, ночи, ну, вечера, и до 3 ночи, до 4, до 5. Если нам люди... Я вот работаю, если пока все не уснут, например, или какого-то последнего вопроса не отвечу, я не ухожу. Я просто жду, когда все люди уйдут со спокойной душой, я просто лягу спать. Бывает, вот сейчас собираемся, вводим систему даже работы в офисе. Вот сейчас работаю в домашних условиях, а мы уже начинаем переходить какой-то один день определенный, делать это работы в офисе. Уходим в офис, включаем Wi-Fi и погнали, сидим, например, с 5 дня до 3 ночи. У нас бывает, да, и такое. Сейчас пытаемся делать это в системе, потому что очень важно, если, например, новичок сидит справа от тебя и слева от тебя тоже новичок сидит с ноутбуками. И он уже спрашивает, что делаешь, там, что ему ответить. И мы уже помогаем и делимся личным опытом. Это тоже самая система, опять же. Так, как ты отвечаешь на возражения? Лично у меня с этим все очень просто. Мы пытаемся даже не отвечать почти что на возражения. Если что-то пошло не по нам, я говорю, вы нам не подходите, например. Почувствуй себя, называется, боссом. Вы нам не подходите, до свидания. И вот все в таком... Просто мы... Не паримся из одного-двух человек. Если, например, мы что-то пытаемся одному доказать,
и которых не надо которых заправлять. Так, высыпаешься с таким графиком. Ну, Алексей, тут вопрос. Хотим мы перспективы в будущем или не хотим? Сейчас работаю на перспективу. Вот именно на будущее работаю. Если я хочу хорошее будущее, то работу много. И приходится работать в таком ритме. Приходится высыпать 2-3 часа, 4. Угу. Так, дальше. Мне прямо онлайн показывает. Там девушка начала что-то не так, не по-моему писать, не по-моему плану. Я просто написал то, что девушка, вы нам не подходите. Все, все просто. Вот еще раз говорю то, что работаю на перспективу. Не хочу, не буду, просто буду топать ногами, но не буду никого работать. Это в моих планах. Сейчас строим очень. Вот именно приходится не высыпаться, работать, терпеть, ждать, идти к цели. Но я знаю, ради чего я работаю. И поставьте себе цель. Без цели очень сложно работать. Если вы без цели придете сюда, у вас не будет такого определенного кайфа. Добейтесь какой-то цель директора 15, 18. Получите этот кайф. Получите кайф, идите дальше. Всегда так нужно. Будьте на золотого, получите кайф. Идите дальше. На какую профессию учишься? Учусь в колледже на тренера. Тренерской деятельностью занимаюсь и учусь совместно на тренера. Так, хорошо. Ну что, наверное, наш вебинар подходит к концу уже. Спасибо за вопросы. Очень были познавательные вопросы, на которые мне было интересно ответить. И вам, наверное, интересно послушать. Мне было очень приятно с вами работать. Спасибо большое. Все, всем до встречи. Дмитрий, спасибо огромное за выступление. Действительно, вопросы были интересные, ответы были еще более интересными. 100% всем было очень полезно. Все поняли, что невозможное возможно, да, можно совмещать и учебу, и спорт, и бизнес, да, как говорится. Главное просто очень сильно захотеть, поставить себе цель и начать действовать, работать действительно на результат. Поэтому, друзья, действуем. Всем удвоение бизнеса и до новых встреч. Пока-пока.